Приветствую, девочки, мальчики. Вот до чего дошел прогресс. Обратите внимание, трейдмарк доширак. Дожили до того, что доширак нам поставляет маленькие баночки кофе. Ну, вы знаете, я кофеман страшный. Первая баночка — это кофе со сливками. А вторая, как обещает производитель, безалкогольный напиток кофейный со вкусом лесных орехов Санта-Фе. 175 миллилитров. Ставьте на паузу, читайте, кому интересно, конечно же. Санта-Фе. Я первый раз это увидела в Ашане. Ни разу еще не пробовали. Это у нас сегодня такой ламповый обжоринг новых продуктов, которые все чаще и чаще появляются. Все-таки, наверное, с кризисом-то у нас полегче становится. Ну, начнем, наверное, с кофе со сливками. Открывашечка. Одноразовая. Ценник. 23 рубля баночка. То есть дешевле, чем кофе в автомате. Приемлемо. Потому что там в автомате 130 миллилитров или 100. Смотрим. Ой, что-то как-то сливок тут маловато совсем, мне кажется. Как-то кофе со сливками, оно будет, наверное, по-другому. Ну, вылейте все. Звучать. Я не хочу все. У меня тестинг. Я, может, это экономить буду. Ага. Слушайте, оно что, газированное, да, что ли? Ну, конечно, как вы думаете. Ой, Матерь Божья. Что это? Ну, это вот был кофейный напиток Арктика. В Советском Союзе. Там был 20% кофе, 50% желудей и еще какой-то травы. Вот шрак. Вот типичное. Типичное. Вот если сделать... Сейчас я вам скажу, что надо сделать. То есть, если вы с собой будете носить пакет молока... Если у вас вдруг рядом окажется здоровье с собой. Как вкуснее 22 раза. Правда, ребят. Минимальное содержание кофе. Но тут такими мелкими буквами все понаписано. Это вообще для кого пишется? Для каких лилипутов? Даже с моим 100% мнением. Но это общие доступные. Это называется номинация инновации в удобстве потребления. Чтобы для детей вообще. Молоко сухое, обезжиренное, кофе растворимый, ароматизатор кофе, еще всякие эмульгаторы и грубаторы. Ха, не рекомендуется до 18 лет. Говорят, что кофе для детей. Ну, в общем, нет, в общем, фу. Что я сделаю? Собака хочет кофе. Что я сделаю? Ой, короче, не стоит, ребят, 23 рубля. Ладно, хоть не 123, не 230. Второй со вкусом позиционируется хазлнат. Это как? Орех лесной. Ой, ну газированная, оказывается. Все-таки. И что за кола? Фу. Фу. Попробуй. Подносишь к носу? Орехом-то пахнет. В вафле скорее какой-то. Ну, кофе там. Фу, мерзость. Если только вот так вот. Ну, газировку, молоко. Нет, это для тех, кто любит, знаете. Фу, и все мерзость.
Вот эти пакетики, которые одноразовые. Угу. Дорогу, которую берешь. Не, ребята. Доширак, он и в Африке доширак. Так что вот такой небольшой мини-обзоринг. Обжоринг. Невкусный. Не. Вафир Абрам Пахов не посоветует. Не брать, не берите. Не берите.